Давай поиграем. Ну сколько можно молчать? Если ты будешь таким эгоистом, я заберу у тебя эту игрушку и буду сам с ней играть. Бабуль, а ты читала эту книгу? Я книги не читаю. У меня глаза больные. Только сериалы смотрю. Где ты ее взял? Я нашел ее в чулане. Тут написано, что человек за окном может прийти к нам в дом, если прочитать эту книгу. Ты ее прочитал? Да. Ну и пусть приходит. Я люблю незваных посетителей помучить. Но он не так прост. Он даже тебя может выкрасть, чтобы играть с тобой, пока ты не умрешь. Балди, мне и так уже недолго осталось. Считай одной ногой в могиле. Но пока моя вторая нога здесь, скорее я его до смерти замучаю. Ты, конечно, сильна, я не спорю, и дубинка твоя тяжелая. Но с человеком за окном ты вряд ли справишься. Тут пишется, что он и взрослых похищает. Ну ты достал уже! Это же надо так меня обидеть! Не справлюсь, говорит. Да мне хоть сейчас подай любого! От него мокрого места не останется! Эй! Человек за окном! Ты где там? Любишь поиграть, значит? Приходи ко мне домой! Я тебе устрою веселье! Понял! Во! Меня пригласили! А ты теперь сам оставайся в одиночестве. Скоро у меня появится новый друг. И тогда ты будешь умолять меня поиграть с тобой. Но я буду непреклонен. Продолжение следует. А если не хочешь, чтобы я к тебе пришел домой, поставь лайк.